Главный постулат ее профессии – музыка. Главная заслуга – остаться в сердцах учеников. В год педагога и наставника смотрите на телеканале «Самара ГИС» новый эксклюзивный телепроект «Призвание педагог». В этом выпуске 6 сентября 18.45 расскажем о Ларисе Балашовой, заведующей инструментально-исполнительским отделением детской школы искусств номер 1 городского округа Самара, педагоге дополнительного образования.